Так, ну еще. А здесь первые строчки у меня пришли мне, когда я ехал, это у нас последний петербургский аккорд был в поезде в Москву. Из Москвы в Петербург. Радищев. Из Петербурга в Москву Радищев, из Москвы в Петербург Александр Сергеевич мне написал в ответ. Эпиграфы Стрельниковского. Чудище обла, озорно-стазионная лария. Спаренная телемахида, то есть чудище тучное, жирное, озорное, то есть мерзкое. Стазионная, понятно. И лария, и вообще-то церковь, что очень важно для того, что я спою. Из Москвы в Петербург не то, что из Петербурга в Москву. Неужели тебе не то, что и птенец не свистит в мозгу? Кто добра от добра не ищет, свик на верхнем, на полочке, отправляется в путь Радищев, встретив Пушкина в лачке. Я из породы, что лезет, куда не просили, вечно во всем виноватой, того не желая. А я, озираясь, прошу, разве это Россия? Чудище, озорно стадем и лови. Расскажи мне, с какой целью век за веком, да все в разы. С глаз сначала снимают пельмы, чтобы вырвать потом язык. От слепой с невыми, это точно, распрощаются на мосту. Из Москвы в Петербург не то, что из Петербурга в Москву. Так повелось, невиновных посмертно простили. Злую эпоху сменяет эпоха незлая. А я, содрогаясь, спрошу, разве это Россия? Чудище было, озорно стадемно и владелось. По вагону идет ладошник, превращает слова в халву. Из Москвы в Петербург не то, что из Петербурга в Москву. И лежат у ворот, зевая, охраняют конечный пункт. Там московская сторожевая, здесь лохматый пес Петербург. Только слова и голова отдают керосинам. Только вагонные стекла блестят зеркалами. В них отражаемся мы, значит, это Россия. Чудище, озорно-стадемно и богемно.